Сергей Михайлович, во-первых, поздравляем вас. Спасибо. Ну, естественно, ваши первые планы в новой должности. Какие главные цели ставите перед собой и перед региональным парламентом? Ну, первое, что я сейчас предложил коллегам, все-таки сесть и обсудить, как мы будем распределять ключевые посты в законодательном собрании. Потому что мы все так увлеклись политической борьбой, что как-то так до сих пор времени для этого не нашли. Сейчас мы сядем, обсудим, чтобы потом технологично решить все вопросы. Я думаю, что каждый должен получить в соответствии с представительством. И у нас сейчас мультифракционный парламент, это впервые такое у нас в Иркутской области. Я очень рад, что у нас есть представительство от всех политических течений. Думаю, избиратели будут удовлетворены. Но внутри мультифракционного парламента для председателя, как вам кажется, какое главное должно быть качество и какая главная стратегия? И трудно ли работать? Стратегия одна – развитие Иркутской области. Ну и, видимо, нужно проявлять сбалансированность в работе парламента в такой ситуации. Скажите, этот вопрос мы сейчас будем обсуждать в том числе. Да. Я думаю, что этот вопрос мы сейчас будем решать окончательно. Я не могу вам отдельно вот выделить какой-то конкретный район. Везде было то, что осталось в сердце, везде было приятно общаться с людьми, не только с избирателями, а вот просто как с людьми. Многие из них не знали, что я избираюсь, и я сильно это не афишировал, потому что, поскольку я был в первой тройке, я не призывал голосовать за себя. Я просто разговаривал и общался, мне надо было понять, как, чем дышит область. И вот я для себя сделал вывод, что нам нужно, у нас огромный потенциал, и нам его нужно развивать. Область – это один из самых интересных субъектов и в Сибирском федеральном округе, и в стране. В Сибирском федеральном округе, я думаю, это потенциально самый крутой. Спасибо. Есть уже какие-то планы? У нас есть свои предложения, они включают участие всех фракций. Мы сейчас их будем обсуждать, и я думаю, что вы скоро узнаете о том, о чем мы договорились. Спасибо. Спасибо.